Рада приветствовать вас на канале про Beauty KZ. Меня зовут Анель Тарманова. Я тренер инь-йоги и йога-терапии. Приглашаю вас на мой короткий комплекс для красивых ног и живота. Итак, мы садимся в простую позу, настраиваемся на практику. Для того, чтобы настроиться на практику, сделайте, пожалуйста, 3 цикла очищающего дыхания. Вдох через нос. Мягкий длинный выдох через рот. Настраиваемся на практику. Успокаиваемся, очищаемся, создаем пространство и возможность остаться с собой наедине на коврике. И еще раз вдох. И мягкий длинный выдох через рот. Выдыхаете максимально все из себя. И еще раз вдох. Мягкий длинный выдох. Для настройки комплекса мы используем мое любимое упражнение, которое называется «Суфийские круги». Для этого сядьте, пожалуйста, поудобнее, почувствуйте ваши седалищные бугорки и представьте, что вы делаете небольшой круг тазом вокруг ваших седалищных бугорков. Очень комфортное, приятное движение. Вы можете начать двигаться в любую сторону, вправо или влево, неважно, ту, которая удобна для вас. И мы продолжаем двигаться. Сначала делаем небольшие круги только тазом. И постепенно начинаем подключать живот. И круги становятся шире. Подключаем грудь. Увеличиваем радиус нашего круга. И в конце можно представить, что вы подбородком рисуете большой-большой-большой круг, вытягивая каждый раз себя. Делаем столько раз, сколько вам комфортно. Минимум 6 будет достаточно. И продолжаем. Вдох впереди, выдох сзади. Вдох впереди, выдох сзади. И последние пару раз. Делаем динамично, но не спешим. У каждого своя скорость. И мягко заземляемся, останавливаемся. Держим небольшую паузу. Делаем несколько вдохов и выдохов в центре. И начинаем все то же самое, только в другую сторону. Небольшие круги тазом вокруг седалищных бугорков. Можно сделать 6 кругов и постепенно подключаем живот, грудную клетку, увеличиваем радиус нашего круга и начинаем рисовать подбородком большой-большой круг. Вдох впереди, выдох сзади. Вдох впереди, выдох сзади. Самое главное, не отрываем наши седалищные бугорки от коврика. И продолжаем делать круг еще пару раз. Мягко, не спеши. Наблюдаем за собой, за дыханием. И последний раз аккуратно, медленно останавливаемся. Дышим. Вдох, выдох. Приятное ощущение, движение внутри тела еще остается. Это приятное тепло разливается по телу вдоль позвоночника. Оно нам сейчас понадобится. Мы укладываемся на спину. Когда мы укладываемся на спину, пожалуйста, всегда укладывайтесь через бок. Вытягиваете руку, мягко поворачиваетесь и ложитесь на коврик. В положении лежа ноги согнуты, стоят возле таза. Обратите внимание, чтобы ваши плечи максимально были приближены к коврику. Если такого нет, используйте, пожалуйста, сложенное одеяло небольшое, для того, чтобы вы комфортно могли лежать на коврике и чувствовать, как соприкасаются ваши лопатки, затылок, мягко растянуто. Задняя поверхность шеи. Главный показатель, что
все выполняется верно, это ваш подбородок должен смотреть на грудь, а не торчать вот так вот в потолок. Натяните, растяните заднюю поверхность шеи, направьте ваш подбородок на грудь. В этом положении сгинаем правую ногу, подтягиваем ее к груди. Правая рука на правом колене, левая рука на левом колене. Мягко растянута и соприкасается наша поясница, таз немножко наверху. И в этом положении мы делаем круговые движения коленями от себя к себе. И продолжаем мягко. Ладонь направляет движение коленей. Делаем 6 кругов. Диаметр вашего круга зависит от длины ваших рук. Вы можете делать совсем маленький круг. Неважно. Главное, чтобы это движение у вас произошло. Мягко и аккуратно. Начать можно с любой ноги. Я правша, мне удобнее начинать с правой стороны. Кому-то, возможно, удобнее начать слева. И еще пару раз. Останавливаемся, притягиваем коленки к себе. И теперь делаем одновременно круги коленями. Посмотрите, пожалуйста, что я начинаю мягко двигаться вдоль коврика, раскачиваться на своем крестце. И моя поясница то отрывается, то приклеивается. Если вдруг у вас возникает какой бы то ни было болевой эффект в области поясницы, постелите себе сюда мягкое одеяло для того, чтобы смягчить это движение. Мы все разные, строение тела у нас разное, поэтому важно соблюдать индивидуальный подход, учитывать эти особенности при движении. Еще пару раз. А теперь от себя колени отодвигаем и к себе. Двигаем только руками. И в ответ на движение рук двигаются колени. Живот мягкий, расслабленный. Дышим спокойно в своем темпе. Старайтесь дышать через нос. Еще пару раз. Возвращаем к себе. Левая стопа на коврике. Правая нога наверх. Придерживайте вашу ногу там, где вам удобно. В районе колена или голеностопа. Мы все внимание теперь только на стопу. Натягиваем сначала стопу к себе. Задерживаемся здесь на один счет. Мягко растягиваем. Отодвигаем стопу от себя. Здесь задерживаемся на один счет. И мягко вновь к себе. От себя. Еще раз к себе. От себя. Нам не нужна динамика. Нам нужно мягкое растяжение всех сухожильных суставов. Вот здесь есть ахиллесовые сухожилия, которое очень важно медленно, аккуратно разогреть. И продолжаем движение к себе, от себя. Если здесь мягко и хорошо, то хорошо и вашим коленям, и голеностопу, и тазобедренному суставу. Это все суставы, которые работают вместе функционально. Еще немного. Хорошо. И делаем круговые движения в одну сторону. Можно сделать 6 раз. И в другую. Вот я уже и похрустываю слегка. Это нормально. Угу. А теперь внимание. Растопырьте все пальчики. Постарайтесь, чтобы каждый пальчик был отдельно. А теперь соберите их вместе. Вновь раздвигаем пальцы. Даже если у вас не получается, очень важно дать команду от головы к структурам, чтобы они расправили ваши пальчики. И вновь собираем. И еще раз. И еще раз. И последние 2 раза. Понаблюдайте,
Получается ли у вас? Очень интересное, кстати, занятие. Управляете ли вашим телом вы или кто? Я командир, и я хочу, чтобы пальчики расправились. И собрала. Хорошо, работаем только с большим пальчиком. К себе, от себя. К себе, от себя. К себе большой палец, от себя. К себе, от себя. И последний раз. Хорошо. Опускаем ножку и меняем стороны. Поднимаем левую ногу. И работаем только со стопой. Выбирайте комфортное для вас положение. Колено может быть согнуто, вы придерживаете его. Здесь можно вытянуть ножку. Выбирайте так, как вам удобно. Мне удобно держать вот так. И в этом положении я работаю только со стопой. Направляю стопу к себе, чуть-чуть удерживая, растягиваю заднюю поверхность, мягко отодвигаю от себя. И вновь к себе, от себя. Здесь очень важно делать медленно, 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 медленно растягивая подошвенную фасцию. И направляю к себе пальчики от себя. Еще раз к себе, от себя. И последний раз к себе и от себя. Делаем круговые движения стопой. Выбирайте в любую сторону, которую вам комфортно. 6 раз в одну сторону. И 6 раз в другую. 3, 4, 5, 6. Останавливаемся. И работаем только с пальчиками. Растопырьте пальчики, соберите. Растопырьте, раздвиньте, дайте команду, чтобы каждый пальчик был отдельный. И вновь соберите. Еще раз раздвигаем пальчики. Собираем. Раздвигаем. Собираем. Раздвигаем. Собираем. И последний раз. У вас получится, все будет хорошо. И собрали. Хорошо. Большой пальчик к себе, от себя, к себе, от себя. Если я делаю быстро, вы можете делать медленнее. Не обязательно попадать в такт со мной. Главное, стремитесь, чтобы вы научились и почувствовали, что вы управляете вашим большим пальчиком. Не всегда и не сразу получается. Ничего страшного, дайте себе время. И последний раз. Хорошо. Аккуратно опускаем ногу вниз. И теперь внимание. Пятку правой ноги мы ставим на колено левой. Правое колено отодвигаем от себя. И руками подтягиваем левое колено к себе. Здесь, пожалуйста, понаблюдайте. Лежат ли ваши лопатки и поясничка полностью, плотненько прилегают ли они к коврику. Руки в замок вы можете держать над коленом, можете держать под коленом. Выбирайте любой комфортный для вас вариант. И в этом положении нам нужно остаться как минимум на 2-3 минуты в неподвижности. Дать возможность поработать нашей соединительной фасциальной ткани. Мягко раскрыть наши суставы. Мы воздействуем на суставы с помощью силы тяжести, слегка надавливая и растягивая. Держим, дышим, остаемся в неподвижности, наблюдаем за собой. Не суетимся, не спешим. Нам никем не надо быть, кроме себя. Эти три волшебные фразы любой тренер инь-йоги скажет вам на нашей практике. Мы не спешим, мы замедляемся. Почему? Потому что в паузе происходит перезагрузка и перенастройка нашего тела. Именно паузу и замедление, и неподвижность, и растяжку любят наши суставы и сухожилия. Дышим. Еще немного. Вдох. Выдох. Понаблюдайте за тем, чтобы ваше лицо полностью расслаблено. Расслаблена точка между бровей, челюсти, шея, плечи, живот. Дыхание свободное, спокойное. И еще немного. В какой-то момент вы можете почувствовать, что ваши колени могут подвинуть чуть-чуть ближе к груди. Просто понаблюдайте, если это случилось в этот раз, хорошо. Если не произошло, ничего страшного, дайте себе время. Глубокий вдох, мягкий выдох. Опускаем мягко стопу
левую, правую. Вытягиваем ножки и ручки, разбрасываем их в сторону и лежим, отдыхаем. Почувствуйте, как изменилось ваше тело. Есть ли ощущение, что правая часть тела стала длиннее, мягче, теплее, чем левая? Если такая тенденция присутствует в теле, значит, мы двигаемся и делаем все правильно. Правильно, значит, в стиле инь. Мягкости, спокойствия, замедления, неподвижности. Еще немного дышим, восстанавливаем дыхание. И повторяем все то же самое с другой стороны. Сгинаем ноги в коленях. Ставим пятку левой ноги на колено правой. Отодвигаем левое колено в сторону. И руками, взяв их в замок, подтягиваем правое колено к себе. В этом положении максимально расслабьтесь. Мышцы, которые удерживают асаны, они напряжены, а все остальное должно быть расслаблено. Расслаблена шея, плечи, грудь, живот, поясница. Все ваше внимание внутри, и мы дышим. Подключите дыхание для того, чтобы оставаться в неподвижности, в равновесии и спокойствии с собой. Для этого мы делаем вдох на 2 и мягкий длинный выдох на 4. Дышим через нос. На вдохе мы наполняемся. На выдохе расширяемся. Вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох. Не спешим, не суетимся, остаемся в неподвижности, в тишине, в паузе и наедине с собой. Как выясняется, это оказывается не так просто и не так часто. Мы можем побыть наедине с собой. Дышим. Еще немного. Почувствуйте, как мягко раскрываются ваши тазобедренные суставы, колени, голеностоп. Приятная растяжка. Легкая неподвижность. Глубокий вдох, мягкий выдох. Руки отпускают колено. Правая стопа, левая стопа. Ножки вытягиваем. Ручки разбрасываем. И лежим в позе звезды. Дышим. Наблюдаем за собой. Есть ли ощущение, что левая и правая сторона сейчас равны друг другу? Если такое ощущение есть, то мы двигаемся в верном направлении. Дайте еще пару секунд, несколько вдохов и выдохов в позе отдыха. Глубокий вдох, мягкий выдох. Аккуратно поворачиваемся на бок, укладываемся на правый бок. Правая рука 90 градусов по отношению к телу. Если необходимо, положите себе под голову одеяло. Его можно вот так согнуть. И положить. Лежим строго на боку, ладонь над ладонью, колени 90 градусов, коленостопы по отношению к коленям, а колени по отношению к бедру. Укладывайтесь в это положение, и в этом положении мягко мы начинаем двигать левой верхней ладонью. Чуть-чуть двигаем вперед, растягиваем себя. В момент, когда идет движение ладони вперед, посмотрите, куда двигается голова. Носик смотрит на коврик. И теперь мы делаем движение ладони к себе. Тянем, тянем, тянем ладонь вдоль груди и мягко раскрываемся. Теперь носик смотрит вверх в потолок. И вновь движение начинается. Закрываемся, двигается ладонь вдоль руки. К ладони.
мягко растягиваемся, носик смотрит на коврик. И продолжаем движение. Мягкое, растягивающее, вальяжное движение успокаивает. Раскрылись. И вновь закрываемся, двигаемся, двигаемся, двигаемся. Я аккуратно двигаю вдоль груди, чтобы не сорвать свой микрофончик. Вы прям можете двигать ладошкой, не отрывая себя от тела. И раскрылись. И еще раз мягко-мягко двигаемся. И раскрываемся. И остаемся в этом положении буквально на минутку. Можно ноги чуть-чуть подтянуть к себе. Можно между ног положить какую-нибудь себе подушечку. У меня вот есть кирпичик рядом. Для кайфа можно сделать вот так. И спокойно полежать. Дайте себе возможность растечься на коврике. Приятная скрутка в позвоночнике. Расслабленный животик, мягкая длинная поясничка. Выдохните, подышите. Вдох, длинный выдох. Вдох, выдох. Поверните голову противоположную от ваших коленей. Добавьте немножко скрученности в вашу позу. Это приятное растяжение тела во всех проекциях. Дышим. Снимаем напряжение, расслабляемся, растекаемся. Не удивляйтесь, если вам захочется прикрыть глаза и лежать с полуприкрытыми глазами. Самое кайфовое ощущение в теле. Еще немного, дышим. Глубокий вдох, мягкий выдох. Аккуратно возвращаемся в асану. И все то же самое повторяем с другой стороны. Обязательно помогите себе встать и развернуться. Укладываемся в другую сторону. Вытягиваем руку. Растягиваемся на коврике. Проверяем позицию ног. Девяносто градусов. Ладонь над ладонью. И в этом положении сначала двигаемся немножко вперед. И вновь раскрываемся. Закрываемся. Ладошкой, не отрываясь, ведите вдоль тела до конца. Посмотрите, насколько вы растягиваетесь. Не обязательно сильно себя тянуть, просто понаблюдайте, насколько ваша растяжка позволяет вам выполнить эту асану. Двигаемся, не спешим, наблюдаем. Каждый раз вытягивая себя то влево, то вправо. Поверьте, все, у кого сидячий образ жизни, кто сидит за рулем, может попробовать только эту, даже одну асану из этого комплекса, и ваша поясница, ноги и живот скажут вам большое-большое спасибо. И последний раз. Мягко раскрылись и остались. Для того, чтобы колено было над коленом, я рекомендую здесь положить что-нибудь. Можно подушечку, можно кирпичик. Любое, даже скрученное одеяло поможет вам. Итак, остаемся. Если вдруг ваше плечо выдает здесь напряжение, можно сюда под плечо положить что-нибудь или подвинуть руку таким образом, чтобы вам было комфортно. Чуть выше, чуть ниже. Найдите это комфортное положение рук, чтобы вы чувствовали, что ваша грудная клетка раскрыта, мягкое скручивание в области поясницы, живота. Расслабьтесь и лежите. Голова в противоположную от коленей сторону. Дышим. Вдох на 2, выдох на 4. Максимально расслабьтесь. Позвольте гравитации и вашей волшебной соединительной ткани сделать всю необходимую работу.
снять напряжение, блоки в вашем теле. Дышим и наблюдаем. Перезагружаемся. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще немного. Дышим. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Глубокий вдох, мягкий выдох. Голова в центральном положении. Руки вдоль тела. Убираем кирпичик. Помогаем руками подняться коленкам. И мягко вытягиваемся на коврике. И остаемся в позе шавасаны. И отдыхаем. Почувствуйте, как тепло мягко растекается по всему телу. Оставаться в шавасане вы можете любое время. Если захотите, можно даже уйти уснуть. Но как минимум одну минуту обязательно полежите. Дайте возможность телу восстановить баланс внутри вас. Аккуратно поднимаемся через бок. На этом наш комплекс закончен. Благодарю за внимание. Приглашаю на свои занятия в студию Happy Yoga. Намасте.